Доброго времени суток, дорогие друзья. Я сегодня с вами в таком виде. Главный у нас сегодня это Сишка. Я наконец-то добралась до ее когтей. Давайте вместе с вами их ей обстрижем, потому что я собиралась заняться этим уже давным-давно. Вот, но все никак руки не доходили. Сейчас я вам покажу, с чем мы столкнемся с вами. Сделаем вот так вот. Опа! Видно? Видно. Видно даже невооруженным взглядом, какие они у нее длинные и красивые. Она всю одежду, которую, возможно, уже на себя понацепляла. Вот. Все, что можно. С Никой было тяжелее, но тем не менее. Как это делаю я? Есть ножницы, которые специально продаются для животных. Я беру вот такие вот чипчики. Давайте немножко, может, подальше оттяну камеру. Вот. Я беру такие щипцы и, как я смотрю, вот у нас ноготочек. Вот. И я смотрю, чтобы сосудики не задеть. Все, что вот этого вот внутреннего ноготочка не цепляется, это можно отрезать. И, в принципе, я уже наловчилась за столько лет. Это достаточно быстро происходит. Просто, скажем так, они стреляют, поэтому лучше делать где-то на территории, где... в общем, нет ковров и всякого такого. Вот. Чтобы вы спокойно просто прошли веником, и у вас все было собрано. Все, одна лапка готова. Сейчас вторую лапку сделаем. Вот. Я, конечно, так как я не очень хорошо вижу, одеваю большие очки. Вы меня в них видели сейчас. Опа, все, вторая лапка готова. Ну и самый классный момент, что я наконец-то ей вот эти вот рапиры уберу. Видно? Потому что она безбожно просто дерет всю одежду. Вот. А следующим моментом у меня сейчас будет ее стирка. Вот. Так, все, последний пальчик. Ноготочек. Реально, если наловчитесь, то будет достаточно быстро. Ой, видите, какой огромный. Видно? Полтора сантиметра отрос. То я кошку не стригла когти кошки. Не знаю, слушайте, больше месяца, наверное. Ну, да, и, конечно, ей надоедает лежать. Она считает, что это очень долго. Здесь второй лапой пытается мне помочь. Вот. Но так как кошка стала очень беспардонная в плане прыжков на меня, вот, все-таки лучше обезопасить. Ну и плюс ко всему, если вы вовремя вот это все счастье не убираете, то у кошек могут когти врастать. Вот, а тогда это уже, грубо говоря, считается чуть ли не ампутация пальчика. Это очень болит им и так далее. Вот, все. Котику когти постригли. Теперь будем его мыть.
теперь это уже будет безопасно. Всем спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До новых встреч, друзья мои.